Так. Ну, смотрите, может, меня что-то неправильно понимаю. Если бы заменить механизм и вот эту выдвижную часть сделать, чтобы она выдвигалась, потом уже раму саму, по-моему, перекосил ее. Так, смотрите, мы у вас тут делали у кого-то подобные, они, правда, были в другую сторону, они отъедывались. Да, да. И мы меняли там именно фурнитуру. Вот эту ерунду убирали. Она на 90 градусов поднималась. А как она поднимется? Смотри, у тебя поднимается. Все, может, палка. Выше она. Видишь, вот это, видишь, честно, вот что, в этом вся и проблема, что ага, она не дает. Да. Не подлезете туда, чтобы снять его. Окно на балкончике, я смотрю. Ты видишь щели, пальцы ставят. Да, вижу, вижу. А попробуй сейчас закрыть ее чуть-чуть. Ага. Да, 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 нет. Здесь вот там, да, дырка. В общем, можно глобально вот эту штуку вытащить, ну, разобрать фасад, ага. вот это окно вытаскиваем, ставим сюда такое же окно, только пластиковое. С пластиком меньше проблем будет. Мы сейчас как бы вложили деньги в тягу, а по итогу, ну, а, во-первых, створкой пользоваться неудобно. Как вы ее проветриваете? Готована. Да, а если пластик, то можно здесь импост поставить. Да никак не проветривать, нужно бы ее закрыть, чтобы она закрыла. В общем, решили первым заменить тягу, ручку заменить. Поставим тягу, чтобы вот здесь вот поджималось. Единственное, вот не взяли каким-нибудь там анкером или чем. Да. Притянуть будем все-таки там вот к столбу. Нет, это скорее всего, из-за этого механизма мешается. Но это мы тоже сделаем. Нет, все будет прижиматься. Все, добро, давай. Все, идем считать.